Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу летом проверит владельцев дальневосточных гектаров, которые не отчитались об освоении наделов. Через 3 года после получения по закону собственник должен подать декларацию в уполномоченные органы. На эту процедуру отводится 3 месяца. Тех, кто не сдаст отчет в срок, ждет проверка. При выявлении нарушений земельного законодательства составят акт и административный протокол, за которыми могут последовать штрафы. И в итоге участок придется вернуть государству. Если, допустим, земельный участок определен вид разрешенного использования под, скажем так, сельскохозяйственное использование, а по факту на данном земельном участке располагаются какие-либо склады, это нарушение, то в таком случае штрафные санкции будут составлять от 10 до 20 тысяч рублей. Это минимум. Если мы, например, участок предоставлен под строительство, а мы выезжаем на земельный участок, по факту никакие работы не проводятся, в таком случае штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей. Отчет можно заполнить через интернет в личном кабинете Федеральной информационной системы на дальневосток.рф. Тем, кто предпочитает действовать по старинке, тоже несложно. В документе нужно указать всего несколько вещей. Личные данные, кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли, основания для ведения деятельности.